StarLadder TV представляет 10-й юбилейный сезон звездной серии Dota 2. Лучшие команды со всех континентов, самые популярные студии и комментаторы, SL TV, Beyond the Summit, Imba TV и LGD TV. Сотни часов трансляций на 5 языках и гранд-финал с участием легенд Dota 2. Покупай билет, следи за матчами звездной серии в клиенте игры и вноси свой вклад в призовой фонд турнира. Впервые вместе с покупкой билета ты получаешь уникальный сет на Тини и компендиум StarLadder TV с системой достижений. Следи за ростом призового фонда и получай дополнительные призы. Для начала – буст игрового опыта. Далее специальный лоад-скрин от StarLadder TV. Худ турнира, матч всех звезд, игровой курьер и новый сет на одного из самых сильных героев Dota 2. Ты увидишь это первым. Следи за событиями на сайте Dota 2 StarLadder TV. Покупай билет на StarLadder или подвергнешься тщательному анализу. Ну что же, возвращаемся с вами в прямой эфир. Продолжаем смотреть 15-й игровой день европейской Стар-серии. По-прежнему у нас еще целых два матча впереди, так что еще куча интересного. Наверное, матч дня. В первую очередь, самый интересный матч дня тоже нас все еще ждет, ну, что будет играть Team Tinker против Cloud9. Но это будет потом. Сейчас мы посмотрим игру, в которой, наверное, все-таки есть яркий фаворит. 15-минуточку ты имеешь в виду? Да хватит уже 15-минуточек сегодня. Да, у нас уже везде были одни 15-минуточки. У нас сегодня было 14, 32 и 25. Так что, ну, в среднем 20. Да, 20, да, да. Ладно, хорошо. Ну, просто, понимаете, расписание между матчами, когда у нас 7 сезонов было час, у нас очень много было проблем с этим. Потому что команды начинали играть по 75, и все расписание крашится. А когда тут час 15 даешь, они играют по 15 минут, тут сидишь потом час в носу ковыряешься. Да чем угодно можно заниматься, да действительно, очень-очень изнуряет. Лучше можно анализировать матчи. 15 минут. Это очень-очень-очень интересный, захватывающий процесс. Пацаны взяли хороших героев, нажали райт-клик и победили. Да, да. В любом случае, Secret Team продолжает свой путь к топу Стар-серии. Играют они против команды Meet Your Makers. Ace, Ryze, Baby Knight, Blan и Ryze. Baby Knight не играет, играет Quicks. Baby Knight вернулся. У нас были шуточки у нас просто, когда Meet Your Makers слили, там просто такой всосыч был плотнейший и не помню, мы то ли с Няшем, кажется, комментили и говорим, да, Baby Knight вот как вернулся из StarCraft, так сейчас же обратно и уйдет. Потому что очень плотно поощавно получал. И в следующей игре, опа, Quick Stand-in. Все, надоело, надоело. Вот видите, сравнительная статистика двух команд. 2 победы, 4 поражения. Meet Your Makers на 10 киллов меньше, чем смертей. Ну и точно на 10 киллов больше, чем смертей у Secret Team. 6-1 пока это Secret Team, и у них все очень Makers 30 смертей. 30 смертей в среднем. Ё-моё. Да, многоватенько они умирают, скажем честно. Ну и Last Hit Over стрит насколько меньше у Secret Team. Любят они играть быстро. Ну и в этой игре им опять-таки отдали. Кого? Правильно, давайте смотреть пик, и вы видите, кого отдали команде Secret Team. Команде Secret Team. Вы не поверите. Висп. Зьори, наш коллега из БТС, вот после первого матча Secret Team против Power Rangers написал, что Висп, welcome back to ban. Ну вот, видим. Нет. Хрен раз два он угадал. Мне кажется, мимо просто не смотрели первую катку, думаю. Может типа, быть. Нафиг может вообще быть. Надо вот это вот готовиться к сопернику. Параллельно где-то с кем-то играли там и так далее. И Enigma тут вот Enigma. Джакиро, Enigma, Doom. Что, пушить будем? Ну, типа, да, получается, Джакиро и Enigma неплохие герои для пуша. Если добить, конечно, этот пик еще каким-нибудь Shadow Шаманом, было бы вообще идеально. Кстати, да, Джекиро, Шадоу Шаман, неплохие, да, неплохие такие два товарища. Ну, не, подожди, а линии-то как-то доставить? Enigma с Джекиро сложно? Не, ну Enigma можно, в принципе, куда угодно поставить. Я имею в виду, если было бы желание. Если ведет расчет на стандартную лесную Enigma и обычного суппорта Джекиро, то, естественно, уже не получится. Ну, можно Шадоу Шамана вообще в мид поставить. Он и в миде у нас стоял, и Синг-Синг на нем стоял. Да. Не, ну это слишком хардкорненько, скажем так. В этом, кто там, помню еще, в Корее Демон на нем стоял. О, да, в миде. На ком только в Корее Демон не стоял, если честно, в миде. Он ходил бистмастерами в мид, собирал третий некрай, ходил разваливал корейцев. Демон очень вовремя поехал в Корею, после этого туда поехала команда Зефир зарабатывать деньги. И что-то не заработали. На последнем месте они идут сейчас в КДЛ, и их там избивают как хотят, все, кому не лень, и Рейви, MVP Феникс. Научил Демон на свою голову ребят играть. Да, и MVP Феникс на нашу голову свалили все знания, в частности, на голову российских фанатов и фанатов Virtus.pro. Там, да, такой
пригорали тебе было просто. Ну вот и подарила, подарила команда MVP Феникс нам чудесных аналитиков. Так что... За что им огромное спасибо. За что им огромное спасибо. Так что да, тут да, тут не поспоришь. Третий пик, Secret Team. Есть Брю, есть Висп, мы видим, Нагу забанили, слава богу, Митьюмейкер, значит, все-таки смотрели они. Да, кстати, да, может, они действительно смотрели, оказывается. Просто воу. Не боятся Виспа. Ну, тогда, хотел сказать, SkyMage и Висп, SkyMage, Мид, нет, у нас SkyMage в бане от Team Secret, первым баном они его туда отправили. Так. Ну, что-то подзадумался немножко Пупеха, и действительно, 10 секунд всего остается. Свен! Воу! Ну, Пупей сразу берет быка за рога. Свена пикает секретные ребятки. И теперь мы не будем до последнего гадать, что же будет с Виспом. Да, ну вот она статистика за текущий год. 14 раз эта связка использовалась. И винрейт 57%. Ну, 8 из 14. Не самый высокий винрейт, скажем так. Но опять-таки... Ну, опять же, ровненько. То есть, да? может заехать, может не заехать. Посмотрим. Связка-то крутая. Герой просто очень крутой. И это факт. Я сразу вспоминаю все эти хайлайты со Свенами, там, где Фир минус 4 одним ударом или минус 3, не помню, сколько он там делал. Против Нави, кажется, это было. Да, это был полуфинал, это был четвертьфинал DreamHack Winter 2012. Да, что-то такое. Вот. Да, там же все наши тогда поотлетали на этом DreamHack'е. Нет, это был... наши все поотлетали на следующем. Потому что на следующий я поехал, а на тот, ты не поехал. А на тот, где Фир сделал одним ударом минус 4, я его комментировал отсюда, из ВИПа, из левого. Это я помню, как сейчас. Я там так заорал, что ко мне аж барменша прибежала. Она думала, она не поняла, что произошло. Я говорю, да ты понимаешь, Фир четверых одним ударом вообще. Магнус от Митьюмейкерс. Воу. Давненько не было видно Магнуса. Ну как давненько? Недавно Нави брали Магнуса в финале какого-то турнира. DreamLabs, кажется. Не, подожди. Я не смотрел. Да, в финале DreamLabs был Магнус. Вчера? Дэйми на нем играл. В последней катке. Кажется, да. Ну когда финал не. Это был? Или в Китае они брали Магнуса? Не-не-не-не. Это было вот здесь. Да-да-да-да. Против Фобоса. Я не смотрел финал вчера. Я не смотрел. Я только мельком успел посмотреть. У меня тоже времени не было. У меня был эфир как раз тогда, когда там типа катки шли. Поэтому я не знаю, как там... Ну, раз Фобос стал чемпионом, значит, наверное, не зашел Магнус вчера. Есть логика в этом. Столько было разных шуток по поводу того, что программист Нави обыграл Нави в финале. Все, что ждем дальше? Ждем дальше уборщица команды Лату Свинцера растращила Кейсера в 16-1, да? В соло. В соло на два плента. Да. На ЦББЛе просто, ну, на Коблстоуне. Да. Такое тоже может быть. Минус Тинкер, слава богу, минус Жиги. Боже, я настолько, я уже Тинкера столько не комментил, мне так это нравится. Вот просто меня так бесит этот герой. Он реально очень бесячий. Понимаешь, почему он бесячий? Потому что это, он одинаковый герой. Да, любой человек, любой суперзадрот играет на нем так же, как другой суперзадрот. И игры выглядят абсолютно одинаково. Да, идентичные игры, все идентичное. Ладно, если бы это были какие-то гангающие Тинкеры, да, там ходит ракетками, подрезает, как у нас, помню, была система с Баунти Хантером, например. Что БХ заходит, там подсвечивает треки, там Тинкер прилетает, ракетки, пиу-пиу-пиу, победа. А не вот эта вот покусачная хрень. Надо ему поменять покусак вообще. Убрать их просто. Сделать да, ему пассивку. Да. Какую? Реген один маны в секунду. Самая полезная пассивка. Причем только для него. Для Тинкера, у которого есть реарм, да? Да. Просто чтобы. Тогда я думаю, этот герой будет более-менее балансный. Это такое. Мы говорили о том, что просто-напросто увеличить время реарма. Не 3-2-1, а сделать 5-4-3. Все. Вот, кстати, да. И он будет реально бесполезен. Ну, не то чтобы бесполезен, не он будет этим же будет заниматься, но 3 медленно. Секунды реарма, стой, реарм, давай, хорошо, бросай по кусаки в драке, давай. 10 секунд, пока ты запустишь их, там уже драка закончится. Yep, Faceless Void от Митьюмейкер. Каким хреном он вообще дожил до последнего? Просто, я не знаю, как он дожил, во-первых, но тут масс-ультов столько, что прям... Ну, вообще, если эти масс-ульты заедут, тут все, будет как в американском смотри, боевике. Нам только, Саш, покажи нам еще раз, пожалуйста, этих героев. 100% винрейт. Кстати, норм. Вот так вот. И, кстати, Enigma, Magnus, 100% винрейт. 5 раз матчей, играли, да. Да. Но с другой стороны, а покажи, пожалуйста, нам Пупея на потме в этом сезоне и вообще в этом году. Ну, уже четвертая катка, да, по идее, для него. Тоже. И тот же 100% винрейт. Тоже 100% винрейт Пупея на потме. В целом 10 средним ассистом делает за игру. 10. И убивает 20 крипов. Вот такой вот у нас суппорт Пупей.
Да, ну вот посмотрим, в этой каточке получится у Пупехи подтвердить свой статус непобедимой потмы. Должно. Котировочки букмекерских контор на ваших экранах. 1.161 коэффициент на победу Secret Team, 3.85 на Meet You Makers. Букмекера не верят в МММ. Ну и, наверное, я признаюсь, что тоже не верю. Вот понимаешь, я вижу все эти ульты, и я понимаю, что ни одной нормальной драки мы не увидим. Вот у меня почему-то такое предчувствие. Ну, типа, понимаешь, просто там будет Брюмастер, Патма, Инвизы, Висп, вот это вот Ересь, Тучка. Ну, типа, как-то это все до кучи собирать. Ну, самим ребятам из Secret Team даже нет смысла вместе собираться. Потому что они по одному убивают неплохо. Давайте смотреть игру, четвертый матч сегодняшнего дня. Всем добрый вечер, кто только к нам присоединится. Сейчас на ваших экранах вы видите худ Старладера, который вы получите, как только вы купите билет на Star Series, вы получите компендиум. Ну и, собственно, вот этот вот худ. Но так как этот худ немножечко зарисован, не вписывается в концепцию нашего худа стримерского, поэтому я включаю дефолтный худ. Ну что, поехали? Да, посмотрим. 228 400, кстати, призовой фонд вырос на $700 за время эфира нашего. Нормально, нормально. Так что 229. Хата крутится, лаве хомутится. 230 тысяч, я чувствую, завтра уже мы доберемся. Ну, у нас, кстати, прошлосезонный был 234. Так что мы, я надеюсь, что побьем результат прошлого сезона и с вашей, конечно же, помощью, и с божьей помощью. В миде проблема у Арайза, он уезжает, но далеко ли он уедет? Да, далеко. Не пошел. Не оказалось релокейта у Виспа, к сожалению. К сожалению, на первом левеле. Ну что же, Симба, Алхимик, будет ли это Алхимик, который стоять будет сложной? S4 играет на Брюмастере, а нет, это все-таки трипла в сложной. Алхимик идет в легкую линию флай фармить, а у нас трипла. Бедный Квикс. Я вот смотрю на этого Войда и понимаю, что он не подойдет к крипам в этой жизни вообще. Будет ему немножечко бобо. Да, если, конечно, отправиться Биг Дэдди и Пупей на нижнюю линию. Должны, или же... должны. Как-то тут сомнительно перемещаются, и кажется, что? Кажется, Висп уходит наверх. Нет, это он просто помогает. Он придет вниз, но не может стоять Свен в соло на линию. Свен Патма. Ну хотя, Свен Патма! 2009 год, вспоминаем, или 2008. Свен Патма, Сен Кинглиш Рак, поехали, да? У нас Варлок Спектра. У нас большинство людей на стриме при... В 2009 году еще в садик ходили? Типа сказать, того, вот. Я же хотел сказать, что ребята... 2007. Старшие группы заканчивали детсадовские. Шутка. А ты начинаешь про Свен Патма. 2008 год, это было, блин, 8 лет назад. Ой, 6 лет назад. Ты прикинь, чувак. 6 лет назад. Я недавно задумался над тем, сколько мы тут с тобой сидим. Херня. И до хрена получается. Тогда, действительно. Люди, которые школу заканчивают, в 5 классе тогда были. Ты прикинь. Мама, это еще их мама со школы забирала. Ладно, все, хватит. Я сразу вспомнил одну фразу Мэда, но... Я, не наверное, воздержусь, меня. Да, потому что Мэтт, он любитель фразочки острых. Да, кидать. Зайдите лучше к нему. У него там есть про тех ребят, которых... Ладно, все. youtube.com/mediblog. Заходите, подписывайтесь. Очень много интересного вы там узнаете. Это я вам гарантирую. А, ну что, в миде у нас все-таки стоит Алхимик против Арайза, и Магнусу здесь будет ой, как тяжело против Алхимика. А, в легкой линии S4 стоит против Эйса. В лесах у нас пока Блан. Правда, в чужих лесах не ожидал я этого. Не ожидали этого, наверное, и ребята из Secret Team. Но вот именно поэтому сейчас Пупей пытается найти Энигму. И как только он поймет, что она в чужих лесах, надо будет что-то с ней придумать. Да, потому что со своими лесами ребята из Secret ничего не сделали. И получается, что Энигма там сейчас находится на обычном себе фарме. S4, естественно, там не может отвлекаться от линии и ходить как-то фармировать. Ну, а Void вот просто стоит. Void пока терпит. Да, естественно, крипов он тут видеть особо не будет. Вот мы видим, сейчас он с виспом что-то тут хитается, стоит. Там полетел стрела, и какая стрела от Пупея невероятная взлетает. О, мой бог, как ты ее попал. Здесь же вард стоял. Вот именно, ты понимаешь, там стоит вард. Не, и Пупей стоял и вот опять здесь. Злой Пупей у нас на экране. Да, злой Пупей на экране. Он просто смотрит в душу сейчас этому Квиксу. Не хватает только наконечника стрелы, знаешь, так из-за кадра, так торчащего снизу где-то. Ну, Папи, он занял вот эту вот позицию. И вот, кстати, даже если включить Вижн сейчас от одной команды, видите, его не видел этот вард. Он его просто не видел. Стрела вылетела. Но и стрела причем летела вот так. То есть она в Вижне появилась на полсекундочки буквально. И ты никогда, ну, не успеешь просто заметить. Не, это. Ну, блин, она еще и по линии здесь летела, ну, типа, немало. Да, то есть, да. Так что тут Войд действительно немножко оплошал. Ну, все равно это не умаляет заслуги Папи. Да, не, понятно, что Пупех нормальную стрелу закинул. Я не про это говорю. Я говорю про то, что Войд, в принципе, слишком наивно действует. Там Свен в любом случае есть. Даже если ребята увидят, что Войд убегает из-под стрелы, в него еще и молоток сверху залетит. Да.
чтобы далеко не скрылся. То есть там все достаточно легко и просто, и нужно играть очень-очень-очень осторожно на этом войде. Вот он докупает себе Пурман Шилд. Ну и Куроки стоит, бьет крипов. Войд крипов только издалека наблюдает, ну, пока. Пятерых там, правда, он уже убил, но у Куроки 16 на 5. Зато баш с первого удара. Ну тут что-то Биг Дэдди немножко тупанул и мискликнул. Но зато заставил все-таки Войда отсюда сделать таймбок. Подальше. Да, потратил Войд немножечко МПшечки. Ну и вот он, Блен, в чужих лесах по-прежнему фармит. У него 1000 золота, у него почти 4 уровень. И пошел папе искать. Вот он пошел папе искать. Ну и на топе S4 с Эйсом. 4 левел у одного, у второго. 18-5 у S4. У Эйса 11-0. Ну, все три линии сейчас выиграют. Мидлайн выигрывается. Причем синхронно по 20 крипов убито. Ну вот сейчас Пупей находит Энигму. Хотя Энигме на такой стадии игры ничего сделать не сможет, потому что там и Эйдолоны просто развернутся и начистят лицо и коту, да, и всаднице. Ну, был бы 6-й левел у Брю, еще куда ни шло. И как? Боже мой! Пупей, Пупей! Что он творит, просто этот Пупей? Ворошиловский стрелок, реально. Вот это да! Давайте нам еще раз лицо его на весь экран, просто чтобы вы видели, кто это делает. Вот он. Еще не хватает туда. О-о! О-о! Да! Вот это две стрелы от Папи. Да, и внизу там сейчас у нас начинают убивать Райза. Он, конечно, отбрасывается, но... А Войда сейчас стан будет через 2 секунды. Заставить его таймбок делать. Стан-то и будет. Так, ну сейчас вот бодается Куроки. Типа байтит, мол, я... Бедный, несчастный, я слабый, и тут на тебе, получай, окаянный. Но окаянный уходит. Или не уходит? Нет, конечно, сейчас будет еще один стан. Тут виспами его размяли, и вот он стан от Куроки через 3. Пытается Биг Дэдди убить. Ой, да ладно, таймлок еще такой, да. Ну и вот сейчас станчик. Просто без церемоний вообще. Похож этот матч немножечко на игру Secret против Power Rangers. Тоже в начале клепает фраги Куроки, уже 3-0 у него. А, ну, правда, там висп много чего забирал, здесь висп не забирает. Ну и Пупей там такие, конечно, не стрелял. Да, Пупех вообще сегодня что-то разошелся. И тут, конечно, к нему не придраться вообще никак. Это Патма. 100% винрейтом. Не, ну кто вот, понимаешь, человек заставит банить ее против себя. Вот просто. Ну, банить, да, Патму. Суппорт Патму причем. То есть, да. Какой-то там суперкерри Патма. Ну хотя, блин, вот мы видим, что неплохо заезжает ведь эта самая суппорт Патма. Если она попадает стрелами, она выглядит весьма качественно. Ну, вот Пупей сейчас просто забирает Тауэр, ну, отдает, точнее, S4, сам получает денежку. Все очень круто, все очень круто. Сейчас секретим Куроки на Квикса. Здесь рядом еще Райз приморозил Куро. Куро фуловый, ну что, они побегут дальше. Тут Ману, да, Куро они будут сейчас и стана. Риза наваливать. Тут да, Риза просто секунды с руки убьют. Можно и без стана его убивать. Ну, надежнее все-таки. Пью. Пришел Магнус. Отлично. РПшечка. А вот тут-то можно и забирать пацанов. И должны забирать Куроки. Куда же ты побежал-то? Так, подожди. А стан дорогой. Что? Был в виспа? Стан был в виспа. Лол, сейчас будет стан по Энигме. Так, Энигма, видимо, понимает, что сейчас будет вот стан по Энигме. Войд через 10 секунд. И спокойно Куро уходит. Да ладно. Ну, цирк, короче, какой-то происходит. Энигма дала стан по виспу. Я был на 100% уверен, что там Малифайс сейчас в Куро, ну, полетит. Виспа там и так убивали. Да. Висп там, и, в принципе, был не жилец. А вот то, что Свена отпустили, это, конечно, досадно. И Свен тут еще идолончиков тоже разминает. Идолонов, и крипов. Он все вот это сейчас еще зафармит. Так, тут Войд готов. Ну, а что он сделает? Прыгнет, чтобы увидеть в лицо ГДС? Ну, там, в принципе, тапок с барабанами, поэтому сложно Войду против такого товарища воевать. У Войда даже тапка пока нет. Да. Это проблема. Ну, и ПТ, кстати, сейчас будет у Куро. Смотри, он выкладывает драмы, пока заливает в него Биг Дэдди. Добро. Ну и что, атака на Квикса под ГДСом на 2 удара. Квикс вынужден ставить купол, чтобы убежать. И его все равно будут догонять. Или не будут? Ну, релокейта нет, поэтому сложно куда-то нырнуть. Да, с виспом, конечно, сегодня показывают очень интересные мувы ребятки из Secret Team. Ну и заставит ли это их будущих оппонентов банить героя, я, конечно, не знаю. Но... Нет, так тут просто ребята-то бездействуют. Вот, а в очередной раз у нас наблюдается хрень, когда парни понимают, в чем проблема. Может, они не понимают, конечно, то, что типа надо убивать виспа. В чем прикол некоторых пиков у команд? Они берут какого-нибудь, я не знаю, Леона... Там и, не знаю, и Вингу. И просто подошли, стан виспа, распечатали. Тут у нас пока Райза убивают. У нас Кьювери, конечно, пытается уехать, но у него летит стрела, и он успевает отпиться. Ну, стрела это тоже летела такая через полкарты.
долетела эта тычечка, но убить не смогла. Да, так вот, и по поводу виспа. Точно так же. Прыгает какой-нибудь пак с прокастом на него. У пака там прокаста просто немерено. Плюс еще сайленс, который также немаловажен. Подожди, а где сейчас висп умер? Виспа дум там скушал дум. Через дум. А, да. Все, теперь, через теперь дум. Понял. Тавр в миде падает. Мидим здесь S4 и Fly. У S4 есть к тому же ультимейт. И скоро будет уже блинкдаггер. Так что не стоит, наверное, здесь... особо быковать, но тавр надо забрать, чтобы был блинк. Ну и тут под эсид спреем, ну куда ж ты тпшишься, Арайз, секрет сфор ультует, и поймает ли кого-то, да, поймает Арайза. Тут два стана у него залетело, минус Арайз, даже не успел рпшечку прожать, там и в принципе не успевал прожать. Тавр упадет, на Т2, понятное дело, не пойдут, пофармили здесь немножечко крипов, пофармил Куро леса. Ну сейчас, наверное, пойдут фармить Войда и вышку внизу. Наверх летят пока что с виспом. Нападают на Джакира. Джакира, кстати, неплохо залил, но тут стан залетает. И Кура пока, видим, вообще отмороженный, просто идет нападать. Висп его потерял. Висп сейчас вернется. У Кура есть God Strange. А, нет, нет, нет. Они просто улетели обратно на центр. И я думаю, что все-таки должны отправляться на нижнюю сторону. Ну вот побежали. Просто причем наглым образом начинает бегать по всей карте ребята из секретной команды. И пока им никто ничего не может сделать. Войд. Войда есть купол, разве что на сейф. Мы прекрасно понимаем, что этому Войду еще очень далеко до чего-либо. Но и надо ему уже делать отсюда таймвок, тэп-аут. Да, он так и делает. Так вот, и если опять посмотреть на графики, то ситуация действительно повторяется с игрой против Power Rangers, которую мы сегодня первую с вами наблюдали. Там уже около 7000 преимущества по деньгам, и это только 10-я минута. Да, все очень хорошо. Да, смотря с какой стороны посмотреть. Но правда, экспириенс 1500, то есть ничего сверхстрашного, левела есть, есть уже ультимейты там, да, абсолютно у всех, и купол, и БХ, и все есть. Так что как-то можно уже попытаться реализовать вот эти самые ультимейты. Ну вот просто если отдавать еще несколько таверов, как сейчас, без боя, без ничего, то вот, Пупей дает вижен, своим хвостом показывает, что тут происходит. Арайз в смоуке, Пупей спалил Арайза. Все вообще палит Пупей сейчас. Вот просто... Смотри. Просто дает вижен. Да, инфы достаточно много. Тут Куроки у нас пока крикнул. Я немножко Войд этот. Прифигел да, с этого Войда, который нырнул. Он реально там мог и остаться. Такой наглый. Так, ну и что, пятеро ребят из команды Дайров сейчас находятся на нижней линии. Не знаю, пойдут ли они дальше. Вроде как и не должны идти, потому что ультимативные способности все готовы у Meteor Makers, а не будем забывать, что все-таки Void, Enigma, Magnus — это ребята, которые способны преломить исход практически любой игры. Так что нельзя их недооценивать. Ну да, никогда, никогда не стоит забывать про эти масс-ульты, что угодно может получиться, поэтому надо всегда быть осторожными с этими героями. Да, главное кучно не становиться, стараться... грамотно позиционировать себя, там, разбегаться в разные стороны. Потому что если поймают там трех пацанов, можно проиграть там одну-две битвы. А потом будет тяжко воевать против Войда, против Дума. Дум будет просто прыгать наглую там, на Куроки какого-нибудь, там, я не знаю, думить опять же его. И все, и без ГДСа тут будет сложновато. Пока падает. Рашан уверенно забирают на самом деле. Не успели толком ничего потерять даже за то время, пока забирали Рошана сейчас парни из Team Secret. Ну, Тауэр на топе, Райз тут и два Мейдалона так немножечко подпушили, но это так себе. Висп забирает Аегис. Потрясающе. Потрясающе. Биг Дэдди решил, что надо в жизни что-то менять и застилил Аегис. Что снизу, будет на Вайда нападать или нет? Ну вот на Вайда и на Магнуса нападать не самое благодарное занятие, потому что пытаются эти ребятки убегать и убегают даже очень часто. В основном убегают, да, в основном, потому что контроля не так много у Team Secret. Да, есть, конечно, несколько станов, но они должны все вот хорошо так... Заехать. Заехать, да, и Свен должен нормально попасть, от Свена ты уже можешь уехать, там успеть, если он с максимального ренджа его будет закидывать. От Алхимика точно так же. Смотри, сколько денег у Свена уже. А что там у него? 2600. Да, неплохо. Я вот не знаю, будет ли Свен покупать даггер, или это все-таки сразу будет какой-то Блэкинг Бар. Но с другой стороны, от БКБ тут проку особо-то и нет. Ну да. Тут все ульты, все пробивает. Да. Поэтому, наверное, все-таки надо Куроки здесь криты в дэмэдж идти просто. Потому что дэмэдж он будет выдавать лютейший. Возможно, возможно. Ну вот дэмэдж, блин, или все-таки стоит собрать БКБ, не знаю. Ну вот я тут я сомневаюсь. Я двоякое, сомневаюсь в БКБ. Да. Ну, посмотрим. Вот, пока он ни на что деньги не тратит. 2700. Блинкдаггер ему, в принципе, здесь не нужен.
Ну, по сути, у него есть Висп. Зачем ему Блинк? Блинк есть у Брюмастера. Пусть Брюмастер врывается там. А Свен там уже придет. Полетела очередная стрела. Иди сюда, Квикс. Ты видел, как он завис? Он завис уже прямо во время тайвока. Ну вот. Вот так. Да. Минус Войт. Да. Бывает. Пупей очередной попадает. 1-0-3. Вот. 4 стрелы попал, 4 фрага. Все просто. А, ну и Secret Team на нижней линии будут пытаться сейчас, наверное, понапрягать Т2. Хотя нет, на топ улетел на спапе без него. А даже не только без него, просто втроем снизу остались. Хотелось бы вот сейчас дождаться 11 левела, конечно, у Брюмастера и увидеть еще какую-то драку с Брю, потому что намного веселее и активнее получается драки, если Брюмастер в них участвует, это понятно. Но Куроки пока без God of Strange пытается забрать нижний тауэр. 9 левел у него, то есть с левелом пока тоже не все супер. Ага, армлет приобретает Кура. Будет он с помощью армлета теперь давать жару. Тоже интересное решение. Тауэр на нижней линии все-таки... Secret Team здесь добивать не хотят. Мы видим Алхимик, Соломид Алхимик. Есть мека, есть ПТ. Ну вот тут, в принципе, все очень круто. Рядом. Не, Алхимик, в принципе, неплох. Но пока что далек он от эталонного Алхимика, который ходит и всех убивает. Так, мека у нас тут появляется. Суппорт Алхимик больше появляется. Соломид суппорт Алхимик, который помогает мека, эсид спреем и так далее. У него в единичку монетка сейчас скачана. Лес пытался зафармить здесь флай. Не, ну у Кура, конечно, очень сильный уже запак. И статов просто колоссальное количество. Его сейчас очень сложно убить. От него сейчас скорее убегать надо, нежели его убивать. Да, ну и вот он Айгис на виспе. Понятно, с одной стороны, почему Айгис достался именно виспу. Потому что сейчас он является главной проблемой. Свена как такового в соло убить несложно. А вот нужно убивать первым именно виспа. Но даже если драки сейчас ты убьешь виспа, да, действительно, тебе придется с ним справляться потом еще раз. Вот именно. А Свен все это время еще будет нарезать, пока вы будете там фокусить свое внимание именно на виспе. В общем, все очень интересно сделали этим секретом. Так, на той проблемы у Эйса, Эйс погиб. Если кто-то придет на сейв, то сразу же полетит туда и Куроки. Тут поднимают, окружают. Ай, Куроки, смотри, что происходит. Смотри, на базе их поймали. Уже здесь могут быть огромные траблы. Да, огромные траблы уже сейчас у Secret Team. Куроки еще и баш прошел, и купол. И появится Висп. Вот так вот, загнались. Да, разменяли Энигму, но Висп погибает здесь. Да. Виспа тут тоже забирают. И вот они минус 2. 2 в 2 получается у нас размен. Минус Дума Энигма ну, на основных товарищей. Да, еще и Эгис. Вообще неплохой для Митри Мейкерс размен. Конечно, да потратили. Шикарно, я бы сказал. Ну, снизу получилось Энигма в 3. Энигма в 2 героев в Эгис. Это вообще супер. Ну да. Почему настолько решили перебаковать и против огромного количества станов без БКБ пойти на хайграунд уже Куроки и Ноутейл? Это отдельный вопрос. Видимо, смотри, просто не уверен. Блэна нашли. И он... пока что просто убегает. Там у нас задумали кого-то. Да, у нас задумали просто S4 а его забирают. Делать? Я не знаю, что делать. Смотри, делал ошибки Master. Пошли. Да, чуть-чуть накосячили здесь секреты и отдают пару заметьте, фрагов. Все равно без Black Hole это все было. Ну да, было РП, но Black Hole мы еще в игре это не видели. Так что... еще не вечер, как говорится. Да. А вот Энигма созреет и даже Black Hole успеет выдать. Может быть. Так, чем это у нас Войд занимается? Войд занимается тем, что хочет себе хотя бы один нормальный слот надежный собрать, потому что Войд у нас на предпоследнем месте по нетворсу. Беда. Не каждый день у нас бывает такое, но да. Войд обычно реально у нас бывает на шестом, но на шестом. Вот на девятом это фантастика, да, это немножко слишком. Да, забей, это вообще перебор. То есть Патмы денег больше, чем у него, у Виспа денег больше, чем у него, у Энигмы, вообще у всех, кроме Джакира, денег больше, чем у него. И это проблема. В таких ситуациях реально, вот, опять же, думаешь, почему ПТ, почему не Мидас? Вот ты бы стоял и стабильно зарабатывал свои там 200 золота за энное количество времени. Плюс там попутно бил бы крепочка. Плюс у тебя атак спит немножко выше. Просто было время, когда мы против Мидасов вот так вот вайнили, там постоянно жаловались, ну потому что их собирали на всех, кого попало. И кому надо, кому не надо. В нужной ситуации, в ненужной ситуации. Нам несут Т3, давай соберу я Мидас. Да. Потому что у всех он есть. Да, а вот здесь, в такой ситуации, когда тебя реально гнобят, у тебя выхода другого нет. Либо ты будешь таким же загнобленным, но ты не нафармишь своими руками такое количество денег, чтобы вот... выйти в драку, и у тебя сразу все было супер круто. Подмадает инвиз, и сейчас будет в спину забегать здесь у нас Висп вместе с Куроки. И будут ли они кого-то ловить? Так.
Ну, поставили сентриварт. Два сразу сентриварда поставили в одну точку. Паникеры, истерички. Кроки увидели и минус висп. А нет, он висп был в инвизе. Короче! Висп реально был в инвизе. Смотри, погоня пошла. Лютейшая. Но вот это не самая крутая идея. Да, ну и видишь, вот подзадумались Team Secret. Разница ведь действительно пока еще не... Ну как, по фрагам... Такое... Ну, 12 тысяч голды и 5 тысяч экспы. То есть перефарм реально существует. Он как бы полуторный, там 20 тысяч на 33 тысячи. И при этом, при всем, Secret играют осторожно. Они знают, если они сейчас встрянут в РП, или в Black Hole, или в Хроносферу, то есть тут пиши пропало. Все, драка проиграна, а эти 12 тысяч они могут очень быстро потерять. А если еще и Void в этой драке выживет, то Void просто выйдет оттуда царем, на огненном коне просто из этой драки выскочит. Что же, Куроки 3000 уже нафармил после появления у него армлета. Висп ничего толком не нафармил. У Эйса на думе Мидас 1900. Приобретает Владмир с тем временем Ноутейл. У Джакира Транквил Тапки. У Энигмы Мека 1000 голды. Ну и у Вайда. У Вайда Акила ПТ. Ну вот у Вайда все очень, конечно, печально. Че, Войд добил парочку крипов. Там, да, действительно, нападают на Эйса. Эйс Дум тогда и не успел. Вот, наконец, хроносферка. Ну и Куроки он не убьет, а Эйс погиб. А то сейчас поймает Квикса. А, нет, не Квикса, поймают а Блэна. Минус Энигма. Энигма Блэкхолл тратить не стала. И Магнус. Будет ли по таймингу стан? У Кура есть стан, он должен... Ах, заморозили! Да ладно, не опустили, Светров и уезжает. И Райс, правда, недалеко он уехал. Там два стана одновременно в него залетело. Ну, там просто этими мотыгами лицо раскрошили. Тайр Курьер has been killed. Где-то все-таки не загулял. Отконтролили. Вот прям вот здесь вот развалился. Вот там только что пропали шестереночки с карты. Да, минус 3 все-таки делают. Secret Team справляются они за несколько фейлов, которые у них получились в последние... Ну, тут уже моменты. Очевидный перефарм. Ты понимаешь, когда на тебя вылетают вот эти ребята с пачкой дегеров, уже с почти керасой. Там ну, это да. Очень-очень страшно. Этот Свен с армлетом барабанами, у которого там почти 2000 здоровья и демеджа по 400 с включенной ультой. И вот у него уже почти Тараска есть. У него просто Тарасочка без рецепта. Ну, а Дум приобретает Блинк Даггер. Конгратуляции. Да, конгратуляции, конечно. Ну, Блинк Даггер обычно приобретается, когда ты идешь, активничаешь, нападаешь, наступаешь, побеждаешь. Зачем здесь Блинк Даггер? Во-первых, у него скушенный волк, то есть он изначально, да, он типа ворвался и так... И криты давай лепить. Да, налево-направо. Пылоска на Куроки. Будет ли прыжок? А нет, купола. Какой прыжок? Блэк Холлов по-прежнему у нас не было в игре. Блэн, он экономная энигма. Да, он не как Зай там, или тот же вот Флай, или Симба. Он подмадает инвиз. И сейчас Куроки спалит всю эту движуху. Стри. Оп, оп. Куроки просто в соло зарезал одного. Тут же Магнус. Не дал РП. Ждет до конца. Куроки на себя выманивает. Эйса тут тоже убили. Куроки очень хочет, чтобы в него что-то вкастовали. В него даже станы не дают, только баши. Да-да-да, тут сейчас так Квикс. Три, как Квикс. Два, ой-ой-ой-ой-ой. Три. Дальше. Энигма успела улететь. Магнус тоже успел улететь. Куроки просто бежит. Вот, понимаешь, почему ему не надо БКБ? Потому что ему плевать, он просто бежит. Ну да, так его нечем убивать. Вот в том-то и прикол. То есть, если он не попадает под действие этих ультов, или если Висп не попадает, то либо Висп его выхиливает, либо ему просто плевать, он с руки наваливает. А сейчас он бежал, зная, что все равно подбежит Висп и ГГБ. И все будет хорошо, да. А у него сейчас Тараска, при включенном армлете у него 3500 хп. Что с ним делать вообще? Это вот знаешь, как... Что мне делать? На доверии играет просто Куроки. На доверии, ну, в принципе, да. Просто пошел в атаку, а там сзади уже висп, как получится, должен, по идее, помочь. Да, и что делать с этим Свеном? Абсолютно не ясно, но вот мы идем, забирает пока Т2 Тавр. Secret Team, Магнус, ультимейт, увозит под Black Hole, я надеюсь. Да, вот он Black Hole, вот он купол на троих. Что? И просто увозит из отсюда Куроки. Куроки стан по троим, пошел резать. Эйс Боже погибает, мой. Энигма погибает. Да, три ульта, которые вкастовываются просто одновременно. И купол, и Black Hole, и все остальное. При том, что они должны вкастовываться друг за другом. Это немножко, конечно, неправильное решение. Да, ну тут я думаю... Они никого не убили, что ли? Нет, никого они не убили. Тут сейчас будет надпись ГГ, естественно. И поздравляем команду Secret. Они сегодня со счетом 2-0, кажется, заканчивают. Да, они догоняют Na'Vi. Они догоняют Na'Vi, выходят на первое место. Вот они, основные. А какое начало было ужасно? Мы уже вспомнили, смотри, Куроки куда побежал? А, он Тараску на базе у соперника купил.
Добрал, да. Чтобы курицу не нести. Причем у него был, по-моему... Ну, у него просто рецепт лежал в стэше, и он подошел, забрал свою тарасочку. Еще и Сэндж у него появился. То есть там сейчас 2800 хп, 200 урона просто без армлета, без ульты. Это он еще, кстати, только 14 уровня, то есть у него даже 3 ульты нет. Нормально. Бывает. Ну, что можно сказать? Печалька? Ну, как печалька? Можно сказать, что очень хорошо играет Secret Team. Ну да. Вот это да. Ну и Mighty Makers не особо-то блистают. Вот они набрали офигенные ульты, офигенную комбинацию, ну и где это все? Опять же. Ну, пошли бы там, дрались в пятером, получил бы каждый из них 6 уровень, пошли бы через атаку забирать. Но, извините, когда они получили 6 уровень, там уже у Войда было 3 смерти, и Свен да, уже был поздно. С барабанами и с половиной армлета. Ну да и... Алхимик, который в игре, в принципе, не особо-то был заметен, но какой же он импакт носит за счет, вот, за счет тучки, за счет раннего механизма, который у него появился. Ну, да, там плюс танчик какой-то залетает, вот уроки, плюс тут кираса есть. 14 хп. И 500 дэмэджа. Привет. Вот, да, сейчас, ну, я бы даже сказал, 600 почти. Да. То есть это без критов, без ничего так. Просто идет и наваливает. Ну, вот. Сейчас левел дэс ему, например, дэмэджа не нанес. Не, ну нанес где-то там... 50. Ну, такое. Ну, я на этих кубиках не заметил. О, Дум! Там... Лол! Вот он, блинк Дума. Ну, надо же, правильно. Надо же с блинка зайти. Ну, а что, он волка, что ли, зря ел, чтобы с блинка не врываться? Вот эти Думы, они меня порой просто убивают. Магнус, а где Блэк Холл? Ну, тут Висп, тут купол на пятерых. Ну, так давай. А, у них бы еще минута кулдауна на Блэк Холле. Купей зашел просто в купол, чтобы, ну, чтобы было на пятерых. За компанию. Да, Виспа в итоге не добили. Подожгли алхимика. Там Свен, ты посмотри, он просто идет своим веслом. Стрель. Тут одного, второго, третьего. Да, тут пишут уже ГГ. Просто ему пофиг, ты смотри, ему тупо плевать вообще. Да, чувак стоит, наваливает. Он реально уже секунд 10 под фонтаном наваливает. Вот это жесть просто. Жесть, как она есть. Ну, вот они, ребята из Team Secret. Вот он фит, как... Матчи против Power Rangers их нафидели в начале, и они не отпустили. Точно так же и сейчас. В начале Secret все-таки были чуть-чуть откушены Войдом. Вот Войда 0.5 по итогу, 1.7 у Дума, 1.5 Enigma, 0.5 Джакира. Тут фрагов, в принципе, было мало со стороны Mighty Makers. Ну, а там Свен 12.1.9. Великолепнейшая просто игра, конечно, от Secret Team. Ну и да, Свен 12.1.9, Пупей 3.08. Опять-таки, Папи не погибает. Эти стрелы в начале, это просто что-то фантастическое. Стрелы были офигительные. И у нас есть очередной кандидат на худшую сегодня минус, игру. Минус 0.3 минус 0.3 у Эйса. У нас сегодня что-то все, кто играет против там секретов. Ну и вообще все вот эти салатные минуса, катки минуса. Минуса просто загоняют. 12 фрагов у Куро, у S4.7, у Пупея 3, у Арайза 3, 2 у Симбы из команды секретной. А, ну и... Ну вот видим, он дэмэдж, например, смотри. 23700! Ой-ой-ой-ой-ой! Это же больше, чем все остальные вместе взятые, наверное. Ну, примерно 5, так, 6, да. 11, ну вот как 4 следующие герои вместе взятые. То есть больше, чем вся остальная своя команда нанес, он точно 23700 дэмэджа. За 24 минуты. Куроки. Что ж ты творишь? Дорвался до крипов, вот да, этот вечный да. суппорт. Ну, сравнение Эйса и Кура. И просто Кура смеется с Эйсом. 12.1.9, 149 ласт хитов, 733 ГПМа. Неплохой такой ГПМчик. Да, но да. Но бадовый. Да. Ну что же, турнирную таблицу давайте посмотрим, так как у нас все-таки новый лидер, скажем так, новый ко-лидер. Турнирная таблица выглядит вот так. Secret Team и Na'Vi делят первое место. 7-1 и у одной, и у второй команды. Ну а вот, как вы видите, на третьем месте идет команда Team Tinker. 6-1 у них. И на четвертом Cloud9 6-2. И это именно последний и следующий матч этого дня. Последний матч недели это. И в любом случае, это один из самых важных матчей вообще в отборах на Star-серию. Поэтому... Никуда не уходите, потому что после паузы мы возвращаемся и посмотрим с вами самый главный матч сегодняшнего дня. Team Tinker против Cloud9. StarLadder TV объявляет о старте 10-го сезона Аматорской лиги. Крупнейший онлайн-турнир среди непрофессионалов ждет тебя и твою команду. Регистрация доступна до 19 сентября. Количество участников не ограничено. Начни свой путь чемпиона. Все подробности на dota2.starladder.tv.
StarLadder TV представляет 10-й юбилейный сезон звездной серии Dota 2. Лучшие команды со всех континентов, самые популярные студии и комментаторы, SL TV, Beyond the Summit, Imba TV и LGD TV. Сотни часов трансляций на 5 языках и гранд-финал с участием легенд Dota 2. Покупай билет, следи за матчами звездной серии в клиенте игры и вноси свой вклад в призовой фонд турнира. Впервые вместе с покупкой билета ты получаешь уникальный сет на Тини и компендиум StarLadder TV с системой достижений. Следи за ростом призового фонда и получай дополнительные призы. Для начала – буст игрового опыта. Далее специальный лоад-скрин от StarLadder TV. Худ турнира, матч всех звезд, игровой курьер и новый сет на одного из самых сильных героев Dota 2. Ты увидишь это первым. Следи за событиями на сайте Dota 2 StarLadder TV. Покупай билет на StarLadder или подвергнешься тщательному анализу.